Доброго времени суток, YouTube, уважаемая психологическая комьюнити, и мы сейчас с вами находимся на странице нашего сайта 9.2 аудиопсихокоррекция. Буквально месяц назад, наверное, состоялся некий анонс этой технологии, этих методик аудиопсихокоррекционных установок и так далее. И можно подвести первые итоги. Люди заказывают аудиопсихокоррекционные установки, стоят они не очень дорого, и люди пишут хорошие отзывы, в частности, значит, оставляют комментарии в нашей группе в Фейсбуке, ВКонтакте и так далее. Вот здесь вот у меня выделена одна из психокоррекционных установок под номером 3.0019. Стремление почувствовать себя увереннее, вспомнить состояние своей внутренней силы и уверенности, понять, осознать себя как человека уверенного, далеко не застенчивого, сильного и способного на все. Понять, что это чувство уверенности у меня, у вас есть. Пробудить его в себе, сделать актуальным. Я не знаю, с чем это связано, но вот эту аудиопсихокоррекционную установку у нас заказали 5 или 6 раз уже. Установок очень много, они совершенно разнообразные по содержанию, по смыслу и так далее. И мы поняли одну очень интересную вещь, что надо их дифференцировать по каким-то возрастным группам. То есть, если вот эта установка, это были молодые люди в возрасте до 40 лет, так скажем, 30-40 лет, заказывали у себя вот для себя такую установку, вот эти все 5 раз, по-моему, или 6, не помню, вот, честно говоря. Значит, и, соответственно, я был удивлен, что другими аудиоустановками интересуются ими и женщины, и мужчины. Женщины, понятно, интересуются какими-то моментами здоровья, помощи в рождении или уходе за ребенком и так далее, и так далее, и так далее. У нас им посвящено несколько аудиопсихокоррекционных установок именно женским проблемам взаимоотношений в семье, с мужем, с детьми и так далее. Я повторюсь еще раз, можно заказать свою какую-то индивидуальную аудиоустановку. Что она из себя представляет? Это файл, обычная музыка, но в этой музыке внутри нее спрятаны определенные частоты, аудиальные частоты низкого и спектра частот. Не высокого, не высоких, а низких спектров. Более подробно я, может, расскажу в дальнейших видео. Ну, одним словом, значит, технология зашла, люди ее начинают заказывать, раскусывать. Она у нас не очень высоко на сайте находится, в частности, вот в разделе «Психокоррекция», «Аудиопсихокоррекция 9.2». Ну и, собственно, люди начинают ей постепенно интересоваться. Самое интересное, что действительно, да, надо их как-то дифференцировать по возрастным категориям, не просто по проблематике, которую они отражают, но и по возрастам. Будем над этим думать, смотреть, что можно в этом плане сделать. На этом, пожалуй, все. Вот такие краткие промежуточные итоги. Я думаю, что я в дальнейшем также буду рассказывать о тех результатах, тех интересных вещах, которые мы начинаем узнавать, вынеся эту технологию на людей, на мир, так скажем, да, то есть вынеся ее просто за пределы нашей лаборатории на нашем сайте. И родовое состояние, да, кстати, да, вот одно из аудиопсихокоррекционных установок, так скажем, это токсикоз, рвота и так далее. Вот у нас было тоже два таких случая. Вот тоже, кстати, да, популярная аудиоустановка. Это аудиоустановка звучит следующим образом: принять, успокоиться по поводу токсикоза, рвоты и других неприятных ощущений в период беременности. Значит, два случая у нас такие были, заказывали, аудиоустановка стоит сущие копейки, и, соответственно, женщины, две девушки молодых относительно, они у нас заказали эту аудиопсихокоррекционную установку, ну и на данный момент, общаясь с ними по WhatsApp, с одной по Viber, с другой по WhatsApp общаюсь, значит, у них эффект от этих частот, он налицо, то есть они говорят, да, спасибо, мне помогает, я стала спокойнее воспринимать эти явления, проявления токсикоза, рвоты и так далее, таких подобных вещей. Вот. В дальнейшем я буду еще рассказывать о каких-то новых вещах. Повторюсь, что аудиоустановки могут быть заказаны индивидуально, исходя из какой-то конкретной вашей проблематики, в рамках представленных каких-то моментах актуализации здоровья, вредных привычек и так далее, и тому подобные вещи, стрессов, рабочих каких-то моментов, семейных отношений, детско-родительских и так далее. Можно заказать, связаться со мной по Вайберу, и, соответственно, мы все обсудим, все выясним досконально и подготовим вам индивидуальную аудиопсихокоррекционную установку. На этом пока все.
и удачи вам!